Доброе утро, уважаемые радиослушатели и телезрители. Было проведено, значит, испытание БГТ-поезд по системе поезд. Что вышло? Сейчас покажу. Значит так. Вот что, значит, мотор. Что я сделал? Мотор поставил. Значит. К нему, значит, подвел выпрямитель. Вот выпрямитель. А тут к выпрямителю, значит, питание подает инвертор. Инвертор. Вот он. И питается это все батареей на 50 ампер. Вот она. Батарея. Значит, подал 50 вольт постоянного тока. Мотор берет, значит, 50 ватт примерно. 50 ватт. 50 ватт. Вот. Дальше. От мотора на валу, значит, у меня был генератор. Генератор. Значит, на выходе генератора было напряжение 100. Вольт. По мощности 200 ватт. 200 ватт. Далее уже по проводам я подвел вот здесь вот второй мотор. Он уже, так как после подключения, значит, напряжение снизилось, то есть мощность снизилась, стало не 200 ватт, а 100, вот тут вот, 100 ватт он подавал. То есть мотор питался не 100 вольт, а 50. И также выходило у его 50. Здесь напряжение было 50 вольт. И вот сюда он пошел. И вот этот вот генератор такой же был. Генератор такой же точно. Также получилось 100. Выход. 50 вольт, 100 ватт. Так он вдвойне примерно. 100 ватт. То есть на выходе вот тут было 100 ватт. То есть получилось у нас 100. 100 ватт тут на выходе. И тут. Вот и тут 100 ватт. Значит, мы подаем отсюда сюда. Параллелим это все. И получается 200 ватт. А если одна пара был бы у меня выход 100 ватт. То есть, если сюда дальше продолжить таким же путем, вот сюда, значит, подключить опять такой же мотор. Вот. И также генератор такой же точно мощности. В два раза больше. Или у меня где-то в 2,5. 2,44 больше. То примерно получается еще отсюда 100 вольт. То есть тоже сюда подаем на параллелем. И получается у нас 300 вольт с трех. 300 ватт. Выход чистого тока.
не считая затраты на это все. С 50 ватт мы получаем 300, если 300, вместе 2 ставим, получаем 200. Если одну систему, вот как у меня, СССР, система СССР, то всего 100 ватт. То есть так можно, но я только смог поставить 2, у меня комнатка маленькая, там сколько, 10 квадратных. Поместил кое-как вот вторую пару, да и больше моторов нету. Но, как показали испытания, сегодня с утра провел, вся эта система как и теоретически, так и практически работает. То есть БГТ назовем его поезд, как называл. БГТ поезд. Перспективная модель. То есть работает система. Работает. Можно применять. На этом сегодня заканчиваю. Если у вас есть вопросы, задавайте. Но все эта схема, значит, работает. До свидания. Ждите новых выпусков.